Доброе утро, дорогие друзья! Вы снова на канале «Рыбалка с воротником», и мы находимся на воде, собственно, где нам нужно и быть. Тема сегодняшней программы – это ловля донерестового окуня. Сейчас самое время для того, чтобы его половить. Есть у нас буквально 2 недели перед тем, как солнце изрядно прогреет воду, и окунь пойдет на нерест. И не нужно тратить это время зря, нужно максимально этим моментом воспользоваться, потому что он всего лишь один раз в году. Ну, давайте посмотрим, как это будет все происходить. Погнали! Ловля будет происходить на одном из заливов Десны. Это такой небольшой заливчик, довольно мелководный. Вода еще здесь низкая. Еще с Десны основное течение не пошло. Вода обычно доходит, как вы видите, по ватерлинии довольно высоко, а с этой стороны заливает нормально так луга, если это можно назвать лугами. В общем, водичка поднимается, ее пока еще нет. Окунек должен тут кушать. Собираем снасть. В арсенале у меня сегодня Zamex Eternal до 10 грамм. Это моделька, которую я разработал. Сейчас проходит она финальное испытание. Вот. Отличная спортивная палочка. Ловить сегодня я буду на 3-4 грамма, возможно, на 5, если буду использовать объемную приманку. И, конечно же, в качестве приманки это будет пассивный силикон. Давайте собираться. Все никак морозы не угомонятся. Даже если днем тепло, то ночью по-любому будет мороз. Уже так поднадоело, хочется уже тепла. Вон лед стал корочкой. Оп, есть. Есть поклевка. Это щука, по всей видимости. Но может и нет. Да, это щука. О, потому что окунь телепается, а щука водит. Давай, плыви. Рыбка есть. Особенность ловли весеннего окуня заключается в том, чтобы подать приманку как можно мягче. Вот, грубо говоря, у нас дно. Вот, и она стукает, 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 создавая колебания на дне, как будто эта пиявка плывет. И пауза. Во время паузы хвостик приманочки, аэровый ворм, он немножечко всплывает и... Как правило, окунь его всасывает полностью всю приманку. Вот, либо это все происходит на проводке. Тут нужно смотреть. Интеллектуальная ловля весеннего окуня. Очень интересная и добычливая. Именно весной можно поймать своих самых крупных трофеев за весь год. Ну, по крайней мере, у меня это получается сделать лучше весной. Итак, приманка на дне у нас. Оп, маленький подрывчик, пауза. Маленький подрывчик, пауза. Немножко протянули. Опять подрывчик, пауза. Подрывчик, пауза. Вот чередуя подобные проводки,
подобное действие, мы можем рассчитывать на клев. Пауза. Если поклевка возникает во время паузы, и поклевка такая не особо ощутимая, то есть, грубо говоря, так тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот, есть резон делать паузы подлительнее. Если поклевка происходит на паузе, но как ударщик, именно бух, нет резона останавливать проводку, потому что быстрая проводка за краткий промежуток времени облавливает большую акваторию. Мы экономим время. На самом деле, каждый рыболов должен понимать, что его приманка утворяет на дне, что она вытворяет в воде, как она для рыбы выглядит. Сложно, конечно, сопоставить движение аэровэ-ворма с каким-то естественным поведением пиявки на дне, потому что пиявка так никогда двигаться не будет. Но, в принципе, если у окуня есть достаточно интереса к ней, то он будет ее атаковать. Если будет, то ну зачем замедлять? Замедлять будем, если он будет отказываться клевать. Есть. Есть. О, это покрупнее. Это покрупнее такой пузанчик. Пузанчик такой. Скушал полностью приманку. Оп. Я приманочку немножко поменял. Я поставил флит. И клюнул вот такой пузанчик. Давай. С поднятым плавничком. Красиво. Красивая рыбка. Хорошая поклевка. По-хорошему в подобной ловле минимизировать вес. То есть чем меньше вес вы можете добросить на нужную дистанцию, тем лучше и эффективнее будет его использовать. Вот у меня это оптимальный вес 3 грамма. В принципе, можно ставить 4. 4 будет лететь значительно дальше. Вот, но 3 граммами можно делать более плавную проводку. То есть не так сильно бьет в дно грузик. Опа, поклевка. Не так сильно бьет в дно грузик. И более плавно для окуня получается подача. Ого, это прям такой по-летнему клюнул. Вот. Контрастный какой. Тоже на флит. Особенность флита заключается в том, что помимо червеобразной формы, он имеет лапочки боковые. И эти лапочки в момент проводки играют. И они создают дополнительную вибрацию, на которую рыба ведется. Это не суперактивная какие-то части тела, как, скажем, у твистера или виброхвоста, но свою функцию они выполняют. Наконец-то.
Наконец-то. И такой неплохой. Ух, мордатенький. Хороший, хороший. Давай. Поймав несколько таких окуней за утро, это просто кайф. Можно сразу же ехать на работу, вообще не переживая за то, какой бы день ни был. Хоть бы в Бобровицу не влететь. А то уж очень я не люблю такие мероприятия. Свежо, хорошо. И окунек клюет. Оп, есть. И такой хороший, 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 друзья. О! Хе-хе-хе. Ох, какой бас, бас. О, отличный размерчик. Оп, и сразу же еще поклевка. Сразу же, совсем сразу же. Тоже хороший размер. Тоже очень хороший размер. О, давай. Вот такая вот весенняя раздача. Как мы все ее ждали. Я не знаю, если бы видно было мою улыбку сейчас на лице, то я думаю, каждый бы понял, какое у меня сейчас настроение. Да, день сегодня удался однозначно. Так, мягенькая проводочка. Оп, пауза. Оп, пауза. Опа, и поклевка на паузе. Понятно, понятно, все понятно. Это щупачок. Почему такая поклевка? Все сразу же понятно. Окунь берет немножко более деликатно, не так резко. Опа, и поклевка сразу же издалека. Это тоже, что ли, щучка? Не, это вроде должен быть окунек. Не, тоже щука. Поклевка характерная для щуки. Два заброса, две рыбы. Вот тогда. Вот тогда. Пару забросов, пару рыбок и все. Активную сбили. Будем бросать вправо-влево. Опа, есть. О, о. Что это, щука? Щука, по всей видимости.
Это щука. Да. Потому что давит и не хочет выходить наверх. Хорошо. Вот такая красотулька. Ох, щупак. Оп, поклевка была сразу же. Есть. Есть, добрал. Это уже окунь. Вот это рыбалка. Не часто так попадешь. О. Тоже съел. Глубоко. Остается совсем немного времени, нужно ехать на работу. Сейчас еще буквально несколько окуньков и все, и поеду. Но вечером вернусь. Вечером вернусь. Сошел. Есть, есть, забрал, забрал и добрал, добрал и подобрал. Ух ты, ух ты какой, ух ты какой, ух ты какой пузанчик. Ох, мамка. Ну что, друзья, я погнал на работу. Этого окунька я выпускаю. И вечерком еще вернусь. Мы половим. Мы половим. Давай, погнал. А я на работу погнал. Все, друзья, до встречи вечером.